Необычный подарок ветеранам. Инициативная молодежь Симферополя решила наглядно показать, что помнит подвиг наших героев не только 9 мая. Для этого они организовали бессрочную акцию под названием «Помним, чтим, гордимся». Немного времени и креатива – все, что нужно для ожидаемого результата. В гости к одному из ветеранов Великой Отечественной войны отправились и наши журналисты. Вы продолжаете память ту, которую мы пережили. Это в наших сердцах остается на всю жизнь. И никто у нас не сможет отобрать это знамя победы. Красная звезда, георгиевская лента и искренняя благодарность. Вот таким необычным способом симферопольская молодежь решила порадовать ветерана Великой Отечественной войны Александра Николаевича Погребенко. Я был удивлен даже, немножко даже не понимал. А вот сейчас я понял, что это отличная идея, которую нужно воплотить в жизнь. И это очень пойдет на пользу всему нашему народу, нашему городу. Александр Николаевич прошел всю войну, участвовал в боевых действиях под Ленинградом. Вспоминает, отстоять город и одолеть врага удалось только благодаря тому, что советские солдаты были готовы на все ради победы и мирного неба над головой. Такое было желание победить, что трудно описать, что люди шли на смерть, не боясь, что они умрут, защищая свою родину. И такой подвиг забывать нельзя, говорят организаторы. Результатом работы остались довольны и они. Говорят, сначала переживали, что найдутся противники подобной акции, но вышло наоборот. Люди поддержали, и главный смысл задуманного передать удалось. Молодежь помнит о них, гордится и выражает самые искренние слова благодарности за то, что они дали нам жизнь. Этот рисунок первый, но далеко не последний, говорят организаторы. Уже через неделю главные символы Великой Победы украсят подъезд еще одного дома в Симферополе, где живет ветеран. Елена Бережная, Денис Тищенко. Время новостей.